Ах, соляночка, всеми любимый прекрасный супчик. Все ингредиенты нарезаны. Перец обязательно нужен. Обязательно нужен стакан рассола с огурцов. Желательно соленых, а не маринованных. Конечно же, зелень. Томатная паста 2-3 ложки, смотря какая кастрюлька. Обязательно лимончик. Огурчики бочковые, соленые. Оливки уже в этом супу появились во времена СССР. Потому что этот супчик был самым любимым лакомством из первых блюд ресторанов, советских ресторанов. Вспомните, друзья, прекрасная солянка СССР с прекрасными оливками без косточек, конечно же, лимончик. Многие сейчас в ресторанах подают солянку без картофеля, но все же я, как говорится, на моей семье картофель предпочитают. Я режу его всегда вот такой соломкой. Он буквально разваривается, но аромат, насыщенность, густоту этому супчику придает обязательно. Лук, конечно. Для солянки я всегда делаю поджарку. Мы наливаем растительное масло. Мясо я вытащила, добавляю картофель. Мясо у нас отварилось, и мы сейчас будем нарезать его. Кусочки нарезаю, чтобы помещались в ложку. Добавляю все ингредиенты. Добавила все наши мясные ингредиенты. Картофелем. Для терпкости в бульон нашей соляночки я наливаю полстакана сока от огурцов соленых, у меня бочковые. Кипит наша соляночка, закипает, и мы опускаем в нее наше нарезанное мясо. Чтобы все ингредиенты, добавленные в наш супчик, соединились. Ну а здесь нас ждет поджарочка, она томится. Через 10 минут мы заправим нашу соляночку. Мы добавляем, друзья, лимон. Косточки все от лимона освобождаем. Мы отправляем зелень. И, конечно же, всю нашу заправочку. Соляночка готова. Ароматная, аппетитная. Посмотрите, средней густоты, даже можно сказать густая. Аромат стоит необыкновенный. Сейчас сын пришел, говорит, какой запах, мама. Вот такую вкусную солянку к обеду мы с вами приготовили из замечательных хлебом печеным сдобного теста. С наступающим старым Новым годом! Пусть исполнятся все ваши заветные мечты и желания!